Картина маслом называется. На светофоре все проехали. Одна была птица, пока сижу, вторая появилась. О, улетели обе. Напугали их артистки. Просто сижу такая, красный, а все едут и едут. Ничего не понимаю, думаю, вообще, может, что-то со мной не так. Оказывается, они просто все на красный. Ну, такие у нас люди летают на красный. Фу, вот такой снежный-снежный. Птички. Снежный-снежный. Похоже, трактор здесь... О, птица полетела опять. Похоже, что... Угу, та-ка-та тебе. Та-ка-та. Снег все зеленый. Поехали. Вообще, мне надо навигатор уже включить, а то сейчас проеду не туда. Ну, надо минуту хотя бы, чтобы уже... Ну, песенка красивая. На испанском. Это, по-моему, Дженнифер Лопес, что ли, или... Или Наталья Орейро. Уже с этим шансоном позабывала, кто поет, иностранцы, потому что переключилась 4-й год уже. Шансон, шансон. Поехали. Так, ладно, все, я прощаюсь, потому как мне нужно переключиться на навигатор. Адьос! Все-таки не могу вспомнить. Наталья Орейро, кажется, это. Шазам надо было включить. Ну ладно, может, кто подскажет, кто это поет. Проспект Энгельса, на всякий случай, кто знает Санкт-Петербург.